Привет, я Клео, капсула линейной имитации окружения. Клео, а что бы было, если бы динозавры не вымерли? Динозавры, вернее их прямые потомки, живут с нами прямо сейчас. Вот один из них. А что случится, если на Землю упадет астероид? Согласно расчетам ученых, при определенных условиях даже 100-метрового метеорита достаточно, чтобы уничтожить крупный мегаполис. А что будет, если Земля перестанет вращаться? А каким станет наш мир, если люди будут жить вечно? А что будет, если люди смогут путешествовать во времени? А что будет, если к нам прилетят инопланетяне? А что, если мы будем жить на Марсе? А что будет, если люди смогут менять свои размеры? А что будет, когда закончится нефть? А что будет, если все люди исчезнут?